Приветствую, друзья! Быстро бежит время, вроде бы только готовил обзор по одному герою, как уже подоспел и следующий. Это рубрика «Герои Шторма», и сегодня у нас будет на рассмотрении госпожа Маев, «Песнь теней». Новый герой из мира Warcraft, Стражница. Маев, «Песнь теней», сторожила заточенного предателя целых 10 тысяч лет. Речь, конечно, кто не понял, идет об Иллидане. А когда его освободили, устроила на него охоту. Кто-то считает ее целеустремленной, кто-то одержимой. Она не остановится ни перед чем, чтобы защитить свой родной мир. В общем-то, моделька персонажа перекочевала из World of Warcraft. Ничего, в принципе, другого мы ожидать и не могли. Давайте посмотрим на облики. Классический облик, различные раскрасочки. Мои, о, кстати, вот это вообще шикарно выглядит, да? Класс. А здесь она похожа на Кортану, которая была осквернена тоже. Стражница ее, подруга. Так, а эпические? О, это уже такой с примесью Диабло пошло. Угу. Ну что, прикольно смотрится. Так, возьмем стандартный облик Маев. Поехали на поле боя. Рассмотрим ее со всех сторон, разберемся со способностями и талантами. Кстати, если говорить о Маев, то данного персонажа люди уже достаточно давно ожидали увидеть в Нексусе, поскольку, ну, вы знаете, тандем Иллидан Маев — это вечная песня, настолько вечна, как и сам Warcraft. То есть, как это Иллидан без Маев и Маев без Иллидана? Поскольку Иллидан уже достаточно давно появился в Героях Шторма, то ожидали, когда же все-таки в Нексус прибудет и его стражница. Так, это боец ближнего боя, Малфурион. Давай мы тебя уберем. Ой. Извиняюсь. Такс. Нет, не нужно. И уровень 20. Пожалуйста. Спасибо. И давайте, ну я не знаю, вражеского героя кого выбрать. Ну кого выбрать? Давайте Иллидана и выберем, конечно. Так, смотрим ее танец и провокацию. Положила глаз на тебя, в общем. Так, и танец. Достаточно красиво выглядит танец, мне нравится. Это боец ближнего боя, причем с достаточно хорошей автоатакой, я имею в виду, скоростью автоатаки. Ну и, как вы видите, по 355 единиц урона наносит. Весьма неплохо. Кюшечка, это веер клинков. Если вы помните из Warcraft 3 ее способности, там она разбрасывала тоже клинки вокруг себя. Здесь же она не вокруг себя бросает, а таким как бы полумесяцем. Восстановление способности 4 секунды, стоит 30 маны. Наносит противникам в указанной области урон в форме полумесяца 395 единиц урона. Если эта способность поражает двух или более героев, время становления сокращается до 0,5 секунды, а Маев восполняет затраченную на нее ману. 30 ман она стоит. Можно сказать, это такая основная атакующая способность данного персонажа. Вот так она выглядит. Поражает сразу несколько целей. То есть удар, идет атака по области. W. Темные узы. Это уже новая способность, она в Варкрафте нам не встречалась. Мана 55, восстановление 12 секунд. Следующая автоатака наносит урон по области и привязывает пораженных героев к Маев на 2,5 секунды. Если привязанный герой отходит слишком далеко, он притягивается обратно к Маев и получает 241 единицу урона. Связь при этом разрывается, то есть мы нажимаем W, притягиваем Иллидана. Ага, надо было, чтобы он вышел. Давайте восстановление нажмем сейчас. Так, W. Иллидан, оп, видите, он подтягивается назад к нам. Таким образом выглядит эта способность. Способность контроля, ничего не скажешь, довольно прикольно придумана. Ешечка, дух отмщения, мана 50, время становления 10 секунд. Посылает вперед тень, которая затем возвращается в место, где была призвана тень, наносит 219 единиц урона противникам и при движении в обоих направлениях герой получает на 100% больше урона.
При повторном использовании Маев телепортируется к тени. В общем, эта способность напоминает мне способность, как есть у Сильваны. Да, мы посылаем тень, и потом еще можем в то место, где находится тень, телепортироваться. Если же мы не используем телепортацию повторно, то есть тень направляется к цели и возвращается назад, при этом наносит урон как в направлении своего движения, так и при возврате. И D-способность — это кульбит стражей. Во время становления 8 секунд Маев высоко подпрыгивает и становится невосприимчивой к негативным эффектам на 0,75 секунды. Дает также 15 единиц брони, что весьма прикольно. То есть если нашего персонажа начинает прессовать, ложит какие-то эффекты негативные, в том числе контроля, мы с помощью D-шки можем от них избавиться. Это хорошо. Так, поехали к талантам. Лидан там пытается пробить нашу стеночку, но я сомневаюсь, что у него что-то получится. Узы правосудия. Первый талант. Первый на первом уровне. Задача идет. Каждая связанная темными узами дополнительная цель увеличивает урон от притягивания на 15 единиц до конца матча. То есть нам необходимо с помощью темных уз сковывать, притягивать к себе противников. Если же мы свяжем цель 5 раз, Маев получает бонус 75 единиц к урону от притягивания, то есть урон у нас 241 единица на 20 уровне. Если же мы 10 раз притянем цель, Маев получит бонус к урону по области от темных уз в 30%, то есть дополнительно еще надо 10 раз притянуть вражеских героев к себе. Жажда мести, следующий талант, сокращает время становления духа отмщения на 1,5 секунды за каждого героя, связанного темными узами. То есть талант опять же привязывается у нас к W. Если мы будем привязывать героя с помощью W на 1,5 секунды за каждого героя, связанного темными узами, будет сокращаться восстановление духа отмщения. Ну, по правде говоря, здесь надо будет стараться, если в толпу противника врываться, как можно больше героев связать, допустим, троих, тогда это будет профит. Потому что по одному вылавливать, ну, смысла нет, да, у нас кулдаун отмщения 10 секунд, а связывание темных уз 12. То есть профита тогда не будет. И активка, это реликвия Найши. Если кто не помнит, ребята, Найши, это была ее... как правильнее сказать, тоже стражница, охотница, наездница на пантере, и в третьем Варкрафте она пожертвовала собой, когда Маев покидала гробницу Саргераса. Найша была похоронена под обломками гробницы. При использовании позволяет обычным автоатакам рикошетить между противниками до 2 раз, нанося дополнительным целям на 30% больше урона, время действия 8 секунд. Перезаряжается после того, как веер клинков поражает не менее 2 героев одновременно, то есть если брать эту активку, мы сможем тогда дамажить по области. То есть видите, да, у нас рикошет идет. А у меня восстановление стоит, да. То есть если мы используем способность... В следующий раз, чтобы ее откатить, нам необходимо нашим веером клинков поразить хотя бы 2 героев. Такой интересный тоже талант, и в принципе у нас будет еще пассивка, кажется, на 20 уровне, если забегать вперед, которая нам повысит скорость атаки на 40%. И в комбинации с этой активкой можно будет так неплохо урон вливать вообще по области нескольким противникам. Четвертый уровень. Пригвождение. Тоже талант задачи идет. Поразить одним веером клинков 3 героев. То есть нам теперь необходимо не двоих пытаться поразить, а троих даже. То есть скопление противников. Хотя с помощью Ешки можно проводить достаточно хорошую инициацию и вливаться в толпу противников. Или Дан запрыгнул там прям к нам на базу. Красавчик. Значит, если мы поражаем 3 героев, награда будет это увеличенный урон от вера клинков на 15%, что весьма прикольно. Если мы продолжим при каждом следующем поражении вером клинков не менее 3 героев одновременно, Маев будет получать бонус к урону 5% вплоть до 30%. То есть можно будет вер клинков еще до 30% дэмэджа разогнать. Как я говорил, это основная атакующая способность Маев. Поэтому этот талант весьма рекомендуем к применению. И... если же мы поразим веером клинков одновременно 4 героев, ну мало ли, вдруг у вас так получится, да, влететь в толпу противников и поразить прям сразу 4. В таком случае мы получим все бонусы сразу. Сразу все награды. То есть не надо будет это все дело собирать. Танец клинков.
Верклинков наносит 123 единицы урона от автоатак противников рядом с Маев. То есть, если мы берем эту способность, мы веером клинков поражаем противника в области этого полумесяца, но также мы можем еще поражать тех противников, которые, допустим, будут стоять вокруг Маев и находиться там сзади с нее или по бокам от нее. То есть, дополнительная АОЕ получается у этой способности. Внезапное возмездие. После телепортации с помощью духа отмщения в течение 0,35 секунды, после того, как тень Маев поражает героя, тень взрывается, нанося находящимся рядом героям урон в объеме 5% от их максимального запаса здоровья. 5% от максимального запаса здоровья, это будет очень классно против танков. Опять же, если... Так, сбросим давайте талант. Давайте другой возьмем, давайте первый возьмем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что ж я творю такое-то? Так, веер клинков, что я говорил? Вот это, да? Телепортация, значит, если разобраться. После телепортации с помощью духа отмщения в течение после того, как Майя поражает героя. Значит, нам что надо сделать? Нам надо, чтобы тень прошла по герою и в течение 0,35 секунды, то есть буквально сразу после того, как тень поразит героя, нам нужно телепортироваться. В таком случае мы возле героя еще нанесем дэмэдж в размере 5% от его максимального запаса здоровья. То есть мы влетаем в Иллидана и сразу его взрываем. Ну вот как-то так. Применяется эта способность. На 7 уровне гнев Элуны усиливает следующий веер клинков после попадания по нескольким героям. То есть если веер клинков одновременно поражает двух или более героев при следующем его применении на пораженных противников, падают звезды, нанося 176 единиц урона. То есть... Ну, сейчас не получится нам применить, потому что у нас только один герой. Если два героя, то, соответственно, они еще получают дополнительный дэмэдж. То есть, как вот аналог звездопада будет. Из World of Warcraft. Как у Совухов способность. Ну, друидов. Узы слабости. Притягивание героя темными узами ослабляет его кинетическую броню на 25 единиц на 3 секунды. То есть своеобразный такой дебаф еще будут темные узы на наших противников вешать. Беспощадный дух увеличивает наносимый духом отмщения урон последующим целям на 3% за каждого воина, наемника или призванное существо на пути тени и на 24% за каждого героя. То есть... Если мы применим этот талант своим духом отмщения, мы вот по прямой линии посылаем его. Вот за каждого противника, которого пройдет этот дух, будет разгоняться его урон. То есть от крипов всяких, воинов, там, наемников и так далее на 3%. Если же будет герой, на 24% сразу. То есть если мы через двух героев пустим, то третий герой уже получит дэмэдж на 48% увеличенный. 10 уровень, 2 героика. Диск удержания и клетка стражницы. Диск удержания, мана 60, время становления 65 секунд. То есть бросает глефу в указанном направлении. Если она попадает в героя, эту способность можно применить повторно, чтобы лишить его обзора и остановить для этой цели время на 4 секунды. Ну, грубо говоря, вогнать в стазис противника. Диск удержания автоматически срабатывает через 6 секунд после попадания в героя. То есть, если мы не прожимаем повторно R-ку, цель автоматически через 6 секунд попадет в этот стазис. На самом деле, хорошая, достаточно контрольная абилка. Оп, и мы поймали Иллидана в стазис. И добили. Отличная ульта, как по мне, гораздо более привлекательная, чем вторая ульта. Вторая ульта, так, возьмем сейчас. Клетка стражницы, мана 80, восстановление 80. Она даже и стоит дороже, и перезаряжается дольше. Призывает кольцо из 8 аватар стражей вокруг Маев. Если герой касается аватара, спустя 1,5 секунды его отбрасывает в центр кольца, а затронутая аватара исчезает. Время действия 7 секунд, то есть мы... можем взять Иллидана в клетку. Если он попытается сейчас уйти куда-то, его аватар отталкивает назад. Вторая тоже отталкивает назад. Ну, это просто Иллидан. На самом деле, из этой клетки достаточно просто выйти. Ну, один раз тебя оттолкнет, второй раз ты, я думаю, в этот проход сможешь прорваться. Особенно, если герои, у которых там рывок, различный блинк есть и так далее, это будет
весьма легко им сделать. Я, по правде говоря, не знаю, почему у Маев нет блинка как способности. Как это было в третьем Варкрафте, отличная у него способность на самом деле. Но ее здесь, походу, заменили именно духом отмщения, что мы можем телепортироваться туда, где находится тень. Но это более длительный процесс, как по мне. Ждать, пока тень долетит, потом прожать и так далее. Блинком, конечно, было бы гораздо прикольнее это все делать. С другой стороны, возможно, Blizzard не захотели просто копировать опять ту же самую способность, как у Лемин. Как помним, у Лемин тоже блинк есть. Так, хорошо, отвлекся. 13 уровень. Клинковая броня. Дает 5 единиц брони за каждого пораженного веером клинков героя, вплоть до 20 единиц. Время действия 5 секунд. Отличный талант. То есть за каждого пораженного противника веером клинков 5 единиц брони. То есть поразите 3, получите 15. Поразите 2, получите 10 единиц брони. Броня, как всегда, не бывает лишней. Особенно учитывая то, что Маев, убийца ближнего боя, основной урон она тоже будет испытывать от оппонентов. Цепная реакция. Дает 35 единиц брони на 4 секунды каждый раз, когда темные узы связывают хотя бы двоих героев. Тоже хороший талант, но опять же нам надо будет с помощью W цеплять как минимум двух героев, потому что через одного талант срабатывать не будет. И теневая броня. То есть видите, все апгрейды идут на броню. После телепортации дает 25 единиц брони на 2,5 секунды. Эффект обновляется, когда Маев наносит героям урон от автоатаки. Вот это классный талант, и, наверное, в большинстве случаев я бы его и рекомендовал, потому что с помощью данного таланта, как я говорил, мы можем делать инициацию и влетать уже сразу с броней в толпу противников. Причем, как здесь написано, талант обнуляется в тот момент, когда мы наносим первую автоатаку. То есть мы влетаем 2,5 секунды, и потом мы атакуем противника автоатакой, и у него еще на Маев 2,5 секунды висит эта броня. Это круто на самом деле. Так, 16 уровень. Жестокие узы. При использовании темных уз повышает скорость передвижения на 25% на 2,5 секунды. Нанесение урона связанной цели дополнительно увеличивает урон от притягивания по всем целям на 40% вплоть до 200%. То есть мы во время использования темных уз, когда мы стягиваем противника, мы еще передвигаемся быстрее. И еще нанесенный урон целям дополнительно увеличивает урон притягивающей цели. Короче, навешиваем еще дебаф, который разгоняет наш урон по целям, находящимся в области действия темных уз. Клинки возмездия. За каждого героя, пораженного духом отмщения, следующий веер клинков наносит героям дополнительный урон в объеме 1% от их максимального запаса здоровья. То есть духом отмщения поражаем противников. И следующий веер клинков наносит героям дополнительный урон в размере еще 1% от их максимального запаса здоровья. Хороший на самом деле талант, то есть опять же, как я и говорил, делаем инициацию и веером клинков вносим дэмэдж. Отлично. То есть еще 1% максимального запаса здоровья весьма ощутимо будет, я думаю. Пока у Маев более 15 единиц брони любого типа, наносимый ею урон автоатак увеличивается на 35%. И это тоже классный талант, это пассивка. Если у нас есть броня, более 15 единиц, только единственное что, то у нас увеличивается урон от автоатак. И если брать апгрейды на 13 уровне, я говорил, по-моему, да, на броню, допустим, вот брать веер клинков, дает 5 единиц брони за каждого пораженного веером клинков противника. То есть можно, в принципе-то, разгонять неплохо и дэмэдж. Будет висеть броня 5 секунд, и с учетом этого таланта мы будем разгонять еще свою автоатаку. Это круто. И 20 уровень, ребята, сфера тьмы, сфера тьмы охотница, отмщение и теневой удар. Как вы видите, никаких апгрейдов на ультимативные способности здесь нет. Здесь чисто на 20 уровне одни активки. Отмщение. При использовании завершает время восстановления духа отмщения и перезаряжается, когда дух отмщения поражает героев 5 раз. Бывает ситуация, когда нам надо будет срочно уйти из поля боя и с помощью своевременного прожатия, нивелирования кулдауна, мы сможем спасти себе жизнь. То есть хороший достаточно талант. Перезаряжается, опять же, 5 раз нам надо поразить духом отмщения противников. Охотница. Еще более привлекательный талант. При использовании повышает скорость атаки и передвижения на 40% на 5 секунд.
круто, весьма круто. Перезаряжается, когда Маев 10 раз наносит героям урон от автоатак. На самом деле это настакать не так уж и сложно. И сфера тьмы, теневой удар. При использовании наносит указанному герою 178 единиц урона, замедляет его на 30% и ослабляет броню на 20 единиц. Время действия 4 секунды. Все хорошо, но если бы немножко побольше, конечно, было бы и замедление, и дебаф. Перезаряжается, когда Маев 10 раз наносит героям урон от способностей. То есть здесь надо уже 10 раз способностями попасть. И это будет, я думаю, наверное, сложнее, чем автоатаками. Ну, не то, что сложнее, это будет просто дольше. А так-то, в принципе, тоже... Ну, надо смотреть по ситуации, кому что нравится. Я бы, наверное, в большинстве случаев брал бы охотницу. Повышение скорости атаки, передвижение, это круто. Допустим, убежать с 40% приростом к скорости бега, я думаю, тоже можно. Как вариант. Так, ну, в принципе-то мы рассмотрели все способности. Так, про дышку я говорил, да. Да, что мы еще сможем сбрасывать с себя негативные эффекты. В общем, такая вот она, стражница, весьма интересный персонаж. По урону она хороша, отрицать не буду. Достаточно мобильная, благодаря вот как раз таки теням своим. И при правильной раскачке талантов вливать будет достаточно хороший дэмэдж. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Будем ждать, кто там дальше появится в Нерксусе. До скорых встреч. Всем пока.